меня два шара. Один вот в традиционного вида, он корпоративный наш. А другой я вот придумал и сделал, кстати, у нас в стране шар в виде желтой подводной лодки. In the town where I was born lived a man who sailed to sea. And he told us of his life in the land of submarine. Вот этот самый шар, который стал в результате, вошел в энциклопедию лучших шаров мира. И однажды, вот где-то в 95-м, кажется, стал самым популярным шаром мира. Это был на Альбукерке, в Альбукерке, на самом большом в мире фестивале воздушных шаров. И, значит, вот мы были самые популярные из нескольких, там, около 1000 шаров со всего мира прилетело. Yellow submarine, we all live in a yellow submarine. Yellow submarine, yellow submarine. And our friends are all aboard. Many more of them live next door.